Есть проблемы, которые вообще не решаются. Есть ли у собак депрессия? Никак она не реагирует. Когда собака грызет для того, чтобы успокоиться. Что мы сейчас делаем? Возможно, у нас даже получится. Молодец. Все, плохо. Нажать на кнопку и потом с афиши кинуть вот туда кусочек. А волшебства не произойдет. Привет, я Энни Мэджик, и сегодня я нахожусь в Москве. Не могу, к сожалению, вам помахать, ребят, потому что руки заняты. Мани занятая рука. Блин, еще раз давай, мальчик так идет, смущает меня. У меня две собачки тут мои, Чихуа Софи и Мишаня. А я специально записала Мишаню к зоопсихологу. Но об этом позже вы все узнаете. Я всегда мечтала о такой рубрике на канале «Как понять питомца». Психология животных, психология собак. Машина сейчас нас собьет. Я думаю, что будет много разговоров, много всего интересного, и надеюсь, что вам это понравится, хотя эта тема довольно сложная. Историю Мишани вы все знаете, как она попала к нам. Если не знаете, и кто-то будет спрашивать в комментариях, ответьте человеку, расскажите. И проблемы все-таки кое-какие остались. Именно поэтому я хочу обратиться к ребятам, которые в этом шарят и знают все. И, возможно, с ними мы справимся и даже сделаем несколько выпусков. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы никогда не пропускать самые новые видео из нашей жизни, потому что они всякие разные, не только лайв какой-то, а еще и научные рубрики, и мы куда-то ездим. И погнали. Мы зашли, сейчас мы находимся в таком очень прикольном зале, вы его попозже увидите. Мы с Мишаней и Софишей. Софишу я взяла, чтобы она Мишаньку поддерживала. А я сейчас сижу рядом с двумя девушками прекрасными, зовут их Ольга и Ирина, и они зоопсихологи. Но давайте быть прям конкретнее, потому что все очень круто. Мы сотрудники группы зоопсихологии МГУ имени Ломоносова. Я инструктор собак и специалист по коррекции поведения. Они изучают поведение, правильно? Мы исследуем поведение, изучаем всякие закономерности. А я работаю тем, что я помогаю владельцам с их собаками находить общий язык. И сейчас мы будем заниматься исследованием нашей Мишани. А вы будете видеть весь процесс, самое интересное. И, возможно, мы разберемся все-таки, что же не так с нашей Мишей. Она не росла со мной, в отличие от Софи, которая с щенячьего возраста с нами была. И попала уже во взрослом возрасте. И когда она к нам попала, она большую часть времени просто сидела такая, смотрела в стену, то есть вообще никак ни на что не реагировала, не знала, что такое лежанка, то есть спала только на полу, не знала, что такое лакомство. Она уже стала более активная, более общительная, научилась некоторым командам, мы прям там лапку давать. Там еще, все. Она вот лапку, она дает да. Неустанно. Мы многому научились, в компании собака она многое делает, но она как будто не общается со мной вот взглядом. Она большую часть времени пытается найти какое-то укромное местечко. При том, что, в принципе, вот мы идем гулять, она любит, она бегает по снегу, такая за мной бежит, все нормально. Она резко почему-то дергается, если махнуть рукой, хотя как бы ни в коем случае никогда никакого рукоприкладства в нашей жизни не было. Или резкие какие-то движения, звуки, если ударить там где-то громко, она прям дергается, как будто пугается. Есть проблемы, которые лишаются ли... Есть проблемы, которые решаются легко. Да нормально все. Между прочим, мы это вставим. Это жизнь. Есть проблемы, которые решаются легко, есть проблемы, которые решаются сложнее. Есть проблемы, которые вообще не решаются. Зависит от того опыта, который у собаки есть, где собака росла, воспитывалась. Это к теме как раз. Есть ли у собак депрессия? Когда говорят о депрессии у собак, я сразу представляю себе собаку, которую покупают такую маленькую веревочку, она мазает его мылом, да, то есть пытается покончить. О, вот это жестко было. Той депрессии, которую мы понимаем вот под человеческой депрессией, конечно, у собак нет. Да, потому что потеря смысла жизни предполагает, что смысл жизни был. Она мечтала стать собакой-спасателем, но попала к владельцу, к ленивому. Она такая, я буду собакой-спасателем. Но попала к плохому владельцу, который не повел его в кружок спасения. И она такая, все, жизнь прошла зря. Очеловечивать это неправильно в данном случае. Но действительно мы можем говорить о том, что собака находится в каком-то стрессе, да, что у собаки может быть невроз, у собаки могут быть фобии. На ее состояние влияют внешние факторы, да, а не внутреннее осознание. Там. Если она жила, например, там, в каком-нибудь вольерчике у себя, откуда ее никогда не выпускали, и тут мы ее берем домой и пытаемся создать ей идеальные условия. Но с нашей точки зрения мы начинаем ее любить, гладить, там, заботиться о ней.
А для собаки среда остается непредсказуемой. Ну, то есть она попадает в новые для себя условия. Она не понимает, чего мы от нее хотим. Наша забота чрезмерная, возможно, для такой собаки, она, наоборот, вызывает у нее стрессовую реакцию. Ну, то есть нам-то кажется, что мы хорошо о ней заботимся, действительно делаем все, что можем. Но как бы для собаки это не так. Миша подошла ко мне, да, и давала лапку, предлагала вот всячески какое-то взаимодействие на том расстоянии, которое для нее было комфортно. Я решила проверить, да, как, что допустимо в общении с ней, и взяла ее на руки. Ее состояние резко ухудшилось, да, то есть она немножко перепугалась, но... Сейчас я смотрю, да, она достаточно, насколько сильно ей плохо. Вот настолько, что она готова уйти уже, да, или она, возможно, адаптируется и, увидев, да, что угрозы нет, посидит у меня на руках и побольше привыкнет. Миша зашла и первым делом такая села и решила пописать. Вот так вот. При том, что она до этого сходила в туалет. Девочки уже все отметили там свои головки, так понятненько, ага, все ясно. Она хотела успокоиться, она успокоилась как сумела. Вы никогда не поймете, что собака зашла, пискнула на ковер, и это она успокоилась. Мы такие типа, что? Возможно, не успокоилась, возможно, она попыталась успокоиться, но это не сработало. Но не получилось, да, и она пошла еще где-то это сделала несколько раз. Это может вообще не срабатывать, но она пробует это делать. Дальше мы что можем сделать? За счет чего может успокоиться собака, да, за счет чего ей может быть проще, спокойней. Первое, да, это предсказуемая среда. Да, все ей вокруг должно быть понятно, важно то, где рос щенок, в каких условиях. Щенок рождается не готовым к этой жизни. И все навыки, которые, да, он использует потом взрослая собака, они вырастают вместе с щенком. Ну, понятно, как и у людей. Да. Когда он находится под мамой, да, еще там, он смотрит, как реагирует мама на людей, да, он взаимодействует со своими там сверстниками, со собачками, да. И вот, например, успокоиться в присутствии другой собаки может только та собака, для которой это, ну, как бы, для которой ее поведение будет понятно. Потому что если мы сейчас возьмем собаку, для которой поведение другой собаки будет непредсказуемо, она ее никогда не успокоит. То же самое с человеком. То есть человек становится предсказуемым для собаки, его поведение понятно собаке только тогда, когда она с ним выросла. У нее что-то там с людьми, я тут подслушала просто, я не особо понимаю. Да, человек для нее совершенно непредсказуем. То есть у нее прекрасное, она читает поведение второй собаки, к людям она относится настороженно. То есть мы можем предположить, что человека в ее вот предыдущей жизни, да, во всяком случае в детстве, да, до 12 недель фактически не было. Потому что вот умение взаимодействовать с человеком, успокаиваться за счет человека у нее, вот я пока его не вижу. Когда щенок рождается в обычной семье, да, вот ваша собака, да, у нее рождаются щенки, потом все они их тискают, все их щуси-пуси фоткают и пересылают, да. и всякое. Они научаются, что да, человек это естественно. Это что-то крутое, от него будет вкусно. Мы улыбаемся, да, если он улыбается, то меня почешут. Я пыталась как-то раз такая говорить, Миша, и прям улыбаться, прям вот так вот широко-широко, и она вообще как будто все мои такие, о, мама, там все бегут. А она вообще такая, типа, чё? И потом я пыталась просто говорить, ну, обычным таким ровным каменным лицом, так низким тоном таким. Мои все такие, типа, что-то тут не то, такие сливаются потихонечку куда-нибудь. А она точно так же и стоит. То есть она не реагирует ни на негатив какой-то, ни на позитив, вообще ничего. Для ваших собак ваша улыбка, там какой-то интонация ваша, они понимают, что вы от них хотите. А когда собака не понимает, чего вы от них хотите, то, соответственно, нет никакой разницы, там, с улыбкой вы это говорите, строгим каким-то голосом или еще как-то иначе. То есть, если меня это устраивает, что она такая, можно это оставить или лучше это как-то менять? Можно создать условия, в которых собаке такой будет да, комфортно. Да. То есть просто мы можем улучшить ее ситуацию. Она в другой комнате, я открываю дверь и зову ее и говорю, идите сюда, там сниматься. И они просто, она впервые всех залетает такая... И сейчас она всегда так теперь делает. Она всегда первее всех бежит сниматься именно в ту комнату, именно в тут, на тот столик. Я такая прибегает, вот так лапы на этот столик, такая смотрит, что будем делать? Это та ситуация, в которой всегда все идет по плану. Все нормальненько, вот, да? Это совершенно точно, да, что вы будете сейчас говорить, мы будем с собаками, меня будут кормить. И в целом ситуация очень позитивная, это здорово. А, то есть она первый раз эта ситуация случилась, она ее вот такой запомнила, и поэтому теперь для нее это хорошо, все нормально. До того момента, пока это не перестанет быть хорошо, допустим, там какой-то... Не стоит это говорить. Ребята, я чувствую, нам нужно сделать еще один выпуск. Вот это ее любимый корм. Он очень такой пахучий.
Вкусненький. Софи у нас вообще все сразу, если игрушка, она будет играть. Она часто воровала что-то типа вытянутых твердых предметов. Ручка. Никак она не реагирует на мячи, на другие игрушки. Если собака никогда этого не видела, вы ей потом кидаете мячик, она на него смотрит, вообще не понимает. Софи два хотела забрать. Игра с игрушками – это игра с человеком. Она не может играть в игрушки, потому что она не может играть. Ну, то есть, во-первых, она не понимает, что это. Она не может контактировать со мной, как именно, потому что я человек, поэтому не играет в игрушки. Она не понимает, что вы делаете. Угу. Но вот эти, опять же, собаки, которые, ну, вот, значит, выращиваются в объединенных условиях и потом, например, их привозят в городскую квартиру, они же там тоже все разносят. То есть вот это грызение, это тоже является стресс-реакцией. Когда собака грызет для того, чтобы успокоиться. Это не, она не играет. Это не игра. Да, когда щенок, допустим, ну, вот что-то грызет в доме, он взял там, не знаю, там, ботинок. Ага. Он поиграл, погрыз. Но собака, которая нервничает, вы увидите, что она там отточит прям целый каблук. Из-за того, что у меня собаки никогда не грызли, у меня нет привычки убирать предметы, убирать очки с кресла, убирать там ручку откуда-то. И тут вдруг начали пропадать вещи, и я нахожу под кроватью сгрызенную полностью, там такие как бобром просто ручку, я такая, так, кто это делает? И потом потихоньку я начала замечать, что Миша такая, если подкинуть куда-то что-то положить, например, там карандаш на пол, я замечаю, что она такая... Причем пока никого нет, если ты подглядываешь где-то, она его берет, да, и идет. Я подумала, о, наверное, она так играет, и типа можно ей игрушку какую-то похожую. Да? Я ей дала, но она такая, типа, что это? Заедает сейчас проблему. А вот, да. Мы можем как люди этом... заедают шоколадками, там она грызет, да. Мы можем ей в этом помочь. Сейчас есть масса вот этих игрушек интерактивных, где мы можем там запрятать туда лакомство, да, и собака не пришла будет грызть. В голову вот эта штука. И одни из самых лучших, вот я очень часто их использую, фирма Конг, которая можно положить что-то мягкое там, или это влажный корм, или это там творог, и приходится вылизывать долго. Я поняла. Хорошо работает, когда щенки начинают оставаться дома или когда собака нервничает. Когда кстати, я вспомнила, у меня была одна идея такая, в какой-то из мячиков, был мячик такой с дырочками, я засунула корм. И она именно хотела достать оттуда корм. Она стала этот мячик грызть, и через время она стала реагировать на мячики. На сам мячик. Да, да. Но потом перестала. Потому что корма нет. Потому что, да, должен быть. Потому что нужно быть все время, должен быть корм. Долго, да? Корм должен быть, да, долго. Мы можем привлечь кормом к игрушке внимание, но для того, чтобы сама игрушка сама по себе, да, вот ей должно нравиться, да, вот сам процесс, вот этот. Она принесла мячик, положила, ты на нее не отреагировала, она стала лапкой трогать сумку. Да-да-да. Давай. Давай что-то. Что-то сделай. Делай что-то. Это, ну, эта собака вот ориентированная на человека, и она долгое время пыталась, да, вот сейчас. Видите, она лапкой мяч, прям потрогала, да? Я не кидаю мяч, да, что она делает? Вот она что-то там, да, там, вот на это я прореагирую. Да, она сейчас делает все, чтобы я повела себя привычно. Я должна бросить мяч или хоть что-то. Или вот хотя бы... Или я хотя бы сворую просто еды. Ну, ладно, давай я кину сейчас, и мы это еще раз сделаем. То есть собака всегда ждет. По сути, да? Она всегда ждет какой-то реакции, какого-то поведения. Ориентированная на человека, я имею в виду. И смысл этой ситуации сейчас заключен в Ольге. Ну, смысл в том, что она будет делать. А как бы вытаскивать корм из мячика, там совершенно другая. Смысл этой ситуации. Там мячик нужен как источник еды. Я поняла, да. Ну, сколько можно ждать, вот, да? Вот она, да? Она, ну, давай уже. Ну, она шевелит мне руку, чтобы... уже, ну, давай, скорее. Когда же уже? Ну, уже же, давай же, уже же. Все, надоело. Ну, как? Повлияй ты. Мам, ну ты скажи, да? Да, поэтому надеться. Вот сейчас была история, когда Ольга не кидала мячик, значит, она обратилась к вам. Вот это как и поведение хорошо социализированной собаки. Потому что собака, когда она не может решить проблему, она обратится к человеку. Ага. Но это будет показатель того, что собака действительно социализирована. Ага. То есть, если она росла с человеком. А может такое случиться, что вообще невозможно исправить ситуацию нашу? Сможет ли она адаптироваться? Сможет ли она потом, да, там чуть-чуть? Но сделать из собаки выращенный вот... Маугли, ребенок да, Маугли. Да, да, да.
То есть ребенок, который вырос, по сути, вот именно родился и вырос в условиях дикой природы, условно, даже попав там в определенном возрасте в город, в семью, где приняты такие вот традиции, там еще и с другими детьми, например, и он не может адаптироваться. Он уже, к этой культуре для него будет всегда чужой. Всегда будет стремиться вернуться. Она не помнит, не хочет. Ничего она не помнит. Успокойтесь, вы, мамаша. Не хочет она никуда. Она не хочет вернуться никуда. Покажи, как ты умеешь. Вот, молодец. Но мне иногда кажется, что она делает это как-то вот тоже тревожно. Первое, что мне нужно ее научить, чтобы она смотрела в глаза, мне нужно, чтобы это стало ей выгодно. И когда я держу корм, она сперва пытается его там добыть, умница. И когда я вижу ее взгляд, обращенный на меня, я показываю ей, демонстрирую улыбку, умница, и вот тебе еда. Да, что для нее появление еды связано с моей эмоцией. С эмоцией. Чем беднее была среда, когда щенок рос, чем меньше у него было всякого опыта, тем хуже он потом адаптируется к любому. Короче, чем меньше ты видел в жизни как человек, да? Чем больше опыта, тем уверенней. Потому что с этим мы уже сталкивались, а это похоже на то, что было у меня когда-то. И это действительно важно-важно. С вашей собакой это важно, когда вы там еще щеночек. Поэтому я постоянно вам говорю: ходите, занимайтесь, гуляйте, путешествуйте, смотрите на все. Узнавайте новое. Но очень важно, чтобы это был позитивный опыт. Да, конечно. Узнавайте новое. Пошли такие в заброшенное здание, провалились в люк, узнали новое. Все приключения с щенками должны хорошо закончиться. Для щенков. Зафиш. Она молодец. Кружись. То есть мы все еще с Мишей отрабатываем вот этот взгляд, чтобы она смотрела на меня, и тогда я ей даю эти кусочки. Она все еще пытается... То есть важна наша задача сейчас, чтобы она смотрела на реакцию, на лицо. Выглядит сложным, но это вот про то, про что писал Павлов. Пока здесь не загорится лампочка, то есть улыбка, еды не будет, хотя она близко. А это еще, что мы сейчас делаем? Всякий раз, когда она обращает на меня внимание, смотрит мне в лицо, я тут же отреагирую на нее. Мне не важно, где она ходит, что она делает, вот сейчас она прячется. А почему она прячется? А потому что вы... Просто нервничает? Вы гораздо более знакомый человек, чем я. Умница. Я, к сожалению, сейчас не реагирую на тебя за это, но... Она смотрит мне в лицо, я говорю: умница, отлично, показываю все, что я этим довольна. Улыбаюсь. Иду. Я даю ей: умница, тот опыт, что когда ты смотришь на меня... Софиш, ты тоже умница, Ты тоже умница, да. Софи пробует разные способы. И я думаю, что с лапками вот это... Она сама это придумала, да? Не копируй, она просто тоже поднялась наверх. И чтобы удержаться, она махала лапами, да? Вы сказали: о, это здорово, давай-ка делай так. Она есть начала, вот, ну как бы... Видите, сколько работы уже сделано? Да, то есть она ест, она старается эту еду заработать. У меня есть ролики, вот где одни из первых, где она только появилась, я ей предлагаю лакомство, она вообще как бы не понимает, что это. Я попробую с ней с кликером с тихим, попробую немножко поднять активность. Возможно, у нас даже получится. Это такая штучка для тех, кто не знает, которая щелкает для дрессировки как раз. Я делаю все то же самое, что и раньше, только перец. Молодец, все плохо. Нет, ничего у нас не вышло. Пугает ее щелчок, да? Да, ее слишком пугает щелчок. Это вот то, что хотелось проверить, но мы это и проверили. Да, он слишком страшный. Тебе можно выпустить Софи, она снова ее успокоит. А ты пока там посмотри. А не получается, что мы научиваем собаку подбирать с пола? Нет, потому что эта еда появляется только после щелчка. Да, это не еда, которая лежит на земле. Нажать на кнопку и потом Софише кинуть вот туда кусочек, вот как-то вот так. Угу. Ну, не очень далеко. Смотрите, Миша пришла сейчас, Миша, уже. Миша, потому что с вами всякое интересное. Нажимаем, кидаем? Да, нажимаем, кидаем. Отлично. Вот. Вот Софишка. Пушистик мой. Ну, вот она, еще немножко вздрагивает. Угу. Хорошо, пускай.
Вот, молодец. Спокойненько есть. Но, во всяком случае, она привыкает сейчас, что кликер, это ничего страшного. То есть сейчас наша задача, чтобы Миша перестала дергаться на этот звук, да. Но посредством Софи мы это делаем, типа мы с ней занимаемся. Миша ориентируется больше на собаку, и она видит, да, что если... И плюс она начинает периодически подходить, да. Такая, что здесь происходит, да? Вот, и Миша тоже дадим. Ай, Софишка, молодец, моя собака такая, подбиралочка. Давай. Молодец. Почти 3 часа. Что они там чешутся? Мишаня от нас сбежала и сказала, не хочу я, оставьте меня в покое. И у меня такой финальный, по сути, вопрос. Возможно ли нам что-то изменить? И наше домашнее задание. Немного, да, мы можем изменить. Совсем поменять собаку и сделать ее суперактивной, суперсмелой. Такая собаку супердога, да? Да, облегчить ее жизнь, да, сделать ее более жизнерадостной. Мы можем. Волшебства не произойдет. Да, то есть, я не могу взмахнуть палочкой, крикнуть «Эмчантикс!». Первое, да, то, что мы делали с глазками. Да, то есть, я поняла. Быть предсказуемой. Второе, да, ритуалы. Когда вы с ней гуляете, когда вы... Одевайте ее, если или не одеваете. Угу. Сажайте ее в машину или в переноску. У вас всегда один и тот же набор действий. Если вы говорите, да, там, открываете переноску, говорите, залезай, да, и она там залезает. Значит, вот всегда залезай, а не, да, там, ну, залезай уже наконец-то. Давай скорее. Давай скорее или еще что-то. Короче, все должно быть очень стабильно, да? Все должно быть вот максимально одинаковым. Третье, мы попробуем сейчас через других собак, попробуем просто приучить ее. Ага. Да, ага. До следующей встречи приучить, чтобы она хотя бы, да, там, где-то. Не каждый зоопсихолог – зоопсихолог. И Ольга, ну, с самого начала представила нас как сотрудников группы зоопсихологии при Московском университете. Но мы вас обманули. Мы на самом деле с Авито. Ребят, это мы шутим. Зоопсихология – это все-таки наука. И сейчас то, что мы сейчас с Ольгой делали, там ставили всякое, смотрели, ставили какие-то заключения, это все было сделано на основе тех знаний, которые существуют в этой науке. Вот очень часто зоопсихологами представляются люди, которые берут там кликер, знают какого-нибудь Скиннера, читали какого-нибудь Павлова. Знает, короче, много умных слов, прочитали пару книжек и умеют дрессировать собаку и за вкусняшку. Умеют дрессировать, например, собаку, да. Mm-hmm. Могу идти в зоопсихологи, приходите, вот номер телефона 8-800-888. Как психолог, который говорит, что я решу все ваши проблемы, ну их тоже там вот в интернете их очень много. Зоопсихологами та же самая история. Зоопсихолог – очень раскрученный термин, на который, ну, как бы, люди привлекаются, да. Скажем так. И очень часто за этим стоят люди, которые на самом деле… Просто зарабатывают деньги. Шаромыжники. Кроме вас в России еще есть зоопсихологи? Их немного. И они не занимаются коррекцией поведения. Ребят, не заморачивайтесь, как найти правильно зоопсихолога, его нет. Вы можете искать специалиста по коррекции поведения, вы можете искать инструктора, вы можете искать дрессировщика. Да. Лучше всего работает рекомендация знакомых. Так, людей, которых вы хорошо знаете, которых, собаку которых вы видели, да, там на улице, знакомые, родственники, еще кто-то. И тогда, да, вы приходите к этому человеку. Очень много из этих разговоров вы могли услышать, если внимательно смотрели, полезного и для себя. Ставьте лайк, пишите свои комментарии, какие у вас мысли вообще по этому поводу. Голосуйте. Все. Переходите по ссылочкам на новые видео на других каналах и увидимся скоро в новых роликах. Пока! Надеемся, мы вас увидим еще у нас на канале. Да, мы тоже очень надеемся.